Сегодня стало известно, что марьяновского стрелка, который открыл огонь по прохожим, признали невменяемым. Специалисты постановили, у Сергея Роденко прогрессирующая шизофрения. Сейчас он по-прежнему находится в психиатрической больнице на Куйбышево. Напомню, по версии следствия, 3 месяца назад Роденко из охотничьего ружья ранил 4 человек. Вопрос, как психически нездоровый человек получил разрешение на ношение оружия, остается открытым. Уже непосредственно во время допросов он отказался от дачи показаний. В ходе следствия в отношении него была проведена комплексная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза, выводы которой говорят о том, что он на момент совершения преступления и в настоящее время является невменяемым, не может отдавать отчета своим действиям и руководителям. Он будет направлен на принудительное медицинское лечение.